Сегодня в Ноябрьске стартовал традиционный турнир по мини-футболу под названием «Двор без наркотиков». Участие в состязаниях принимают 12 команд, в том числе и молодежный состав «Газпромнефти». В течение 4 дней участники будут выявлять сильнейших на мини-футбольной площадке, а итоги соревнований подведут 28 марта. Впрочем, как утверждают организаторы, главное здесь не победа. Есть хорошие призы для всех участников. Все участники, независимо от занятых мест, будут поощрены.